Ну, всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь в университете. Я уже до этого снимал видео. Это интересное достаточно место. Здесь находится универ, школа высшая, спортивный, то есть также универ. То есть здесь и медицинский, и совмещено несколько зданий в одном кампусе. Сегодня речь у нас пойдет про работу с системным администратором. Что же это такое в Японии, и как вообще люди работают с админами здесь. Вот на самом деле, такого понятия, как системный администратор, в Японии мало применимо, потому что здесь немного другая специфика работы в фирмах компьютерных, и в том числе в обычных фирмах, где находятся компьютеры. Обычно людям не требуется, скажем так, на постоянку какой-либо человек в штат, чтобы он следил за компьютерами. На самом деле это, в принципе, вполне объяснимо, потому что в Японии очень много находится фирм, которые занимаются сервисом и обслуживанием компьютеров. И вот эти фирмы как раз, они нанимают себе специалистов, системных администраторов, тех, кто хорошо разбирается в серверах и в оборудовании. В том числе эти как бы фирмы, они нанимают и ищут клиентов, и нанимают специалистов. Что можно сказать про данные фирмы? То есть, в принципе, они нанимают и иностранцев. То есть, не обязательно, чтобы японец работал. Но для них, конечно, желательно, чтобы знание японского языка было обязательно. Потому что, если вы будете работать в такой фирме, вам необходимо общаться будет с клиентами. Ну, как-то объяснять им, что, как делать, что где настраивает. Как бы, вот такие особенности. Ну, как обычно, вот вы, если работали, например, системным администратором в России или еще в другой стране, откуда вы... Вы должны знать, что там как бы общение с пользователем – это обязательное в работе системного администратора. И в том числе, если вы работаете в Японии, вы также обязаны знать японский язык. С английским языком, работая только в иностранных, в англоговорящих компаниях, такой тоже вариант есть, но очень мало вакансий. Что касается... зарплаты. Зарплата в целом нормальная у системного администратора в Японии. Это средняя по Японии в порядка 35-40 манов в месяц. Ман – это 10 тысяч йен. То есть это примерно выходит 350-400 тысяч йен в месяц. В целом это средняя зарплата для технического специалиста в Японии. И вот на данный момент, вот на 2019 год, в целом вот для начинающего, я вам так скажу, для начинающего специалиста, технического специалиста, то есть это как техник или там, по созданию корпоративных сетей администратор, также серверный администратор, клауд-серверный администратор. То есть очень много разновидностей системного администрирования в Японии. И все зависит от того, в какой сфере вы хорошо разбираетесь. Если честно, я не очень много, скажем так, акцентировался на данной теме, хотя я сам тоже работал системным администратором, но в Японии я почему-то не стал искать, как сказать, работу технического плана, как системного администрирования, хотя вот и мои друзья, знакомые, они, в принципе, уже, ну, некоторые работают в этой сфере. И говорят, что, ну, найти в целом достаточно сложно, потому что хорошие фирмы, большие крупные фирмы, они не нанимают работников, скажем так, без опыта работы в Японии. А те фирмы, которые более-менее мелкие, они нанимают, но через кадровое агентство, типа через Хакен Кайша. То есть Хакен Кайша – это кадровое агентство, которое нанимает людей, скажем так, для последующего трудоустройства другие компании. Получает с ваших доходов какой-то процент. Так вот, что касается Хакен Гайши, то есть, если честно, я бы не рекомендовал туда устраиваться по той простой причине, что через них работу искать сложнее, потому что данная компания сначала берет себе зарплату, скажем так, а потом уже отдает вам.
То есть и у них, например, такой принцип работы. Сначала они, значит, у вас спрашивают, сколько вы хотите получать. Ну, вы, например, говорите там, ну, 400 тысяч, 500 тысяч йен, например, в месяц, да. А, значит, они делают как? То есть они берут вашу зарплату, прибавляют к ней свою маржу. Ну, то есть примерно сколько там, 20-30%, сколько они хотят получить с вашей зарплаты, то есть плюсом. И вот, например, там получается уже где-то 600-700 тысяч, может быть, там 650, да, и уже с этими запросами идут другие компании устраиваться. То есть, почему я так говорю? Потому что я уже сам тоже пробовал это устройство, трудоустройство через такие компании, и я вам скажу, что это очень муторная затея, потому что не все фирмы в Японии согласны платить 670 тысяч там, или там 700 тысяч йен специалисту без опыта работы в Японии. Это очень сложно. Если у вас уже есть какой-либо опыт работы в хороших компаниях, если вы хорошо разбираетесь в своей сфере деятельности, если у вас есть диплом о высшем образовании по вашей специальности и есть у вас уже какое-либо портфолио, ну, например, там, вы можете там презентацию типа, небольшую сделать, сказать, там, вот я разрабатывал такие системы, то есть я могу там настроить там такой сервер, то есть хорошо разбираюсь вот в этом, то есть и в этом случае тогда у вас будет больше шансов найти работу, но без опыта работы значит, в Японии, опять же говорю, что очень сложно найти. Что касается значит, поиска работы вот именно системным администратором без хакенгаши, то есть на данный момент это сложно реализуемо, потому что, как я уже говорил, в обычные фирмы не будут брать обычного системного администратора, а фирмы, которые занимаются именно системным, ну, как бы обслуживанием компьютеров, или же это крупные дата-центры, например, там Cisco, там Entity Data, еще что-то. То есть у них там обязательные критерии там, отбора, ну, и они очень высокие, я вам так скажу, потому что очень много желающих хотят поработать в этих фирмах только из-за того, что, например, это название, то есть из-за названия, например, вот Entity Data, то есть это крупнейшая компания по коммуникациям в Японии. И многие хотят там поработать, чтобы потом у них в резюме было вот это вот именно вот компания, то есть название, и они могли там устроиться после этого в любую компанию, в какую они захотят, потому что в Японии тоже смотрят на опыт работы, где вы работали. То есть если вы не работали в Японии, вы там начинающий, то есть то даже если вы были там сеньором, там где-то там работали, к примеру, в стране, то в Японии вам придется все начинать с нуля. Ну, поэтому я вам говорю, что если вы приезжаете в Японию для изучения японского языка, и у вас нет опыта работы в России, но есть какой-либо диплом высшего образования, то есть то вам проще найти работу. Если же у вас диплома высшего образования нету, или же он есть, но по другой специальности, то вам придется здесь переучиваться на ту специальность, которую вы хотите. К примеру, переучиваться в Сенмонгаку на системного администратора, если вы, вот, например, решили работать им. Соответственно, системное администрирование – это примерно 3-4 года обучения в университете или в Сенмонгаку. То есть в зависимости от того, какой вот у вас капитал, как бы, где бы вы хотели учиться, потому что тоже от престижности вуза, от престижности университета или же там учебного заведения зависит отношение работодателя к вам, когда вы будете устраиваться на работу. Поэтому смотрите сами, вы почитайте, где какие университеты, где какие, то есть престижные училища там или колледжи есть в Японии, соответственно. И там уже после окончания языковой школы, ну, школы японского языка, вы уже можете устроиться на учебу вот в этот университет или колледж. И уже после окончания этого колледжа вам в колледже или там в университете уже помогут устроиться на работу в фирму японскую по специальности. Соответственно, если вы учились там на системного администратора, вам помогут устроиться системным администратором. По поводу зарплат тоже, ну, как бы все зависит от, как сказать, от ваших запросов. Если вы хотите, например, работать больше и получать больше, да, то, соответственно, ищите там сразу зарплату выше, вот. Но там и требования будут выше. И опять же, я вам так скажу, что в
требованиях, которые предоставляет фирма для соискателей, ну, например, она хочет найти сисадмина, но там в требованиях будет столько всего им лишнего, которого вам совершенно не требуется. И там и в том числе и для системного администрирования вам и программирование там напишут, и что только не будет. То есть там, вот. Но опять же скажу, что обязательные, ну, например, если вы работаете с серверами, то есть это shell скрипт обязательно нужно знать. Обязательно нужно знать там сети, настройка эти корпоративные сети, клауд-серверы. Это вот там Amazon, например, Azure Microsoft, который идет. Если вы хотите устраиваться на работу в более крупную фирму, к примеру, то вам эти знания обязательны. Но если же вы хотите начать с более мелкой, то, в принципе, знания Linux и вот shell скрипта достаточно будет. Ну и там примерно там какие-то по сетям настройки, чтобы вы умели делать. В целом для сисадмина этого будет достаточно в небольшой фирме для начала. Ну а после уже будет видно, сами уже вы узнаете и посмотрите, и будете изучать. Но опять же скажу, что в Японии вы не должны сидеть на месте, как сказать, даже вот если вы сисадмин, вы должны будете все равно знать и изучать какие-либо новые вещи. Каждый год изучать что-то новое. То есть это не то, что как вот некоторые, да, думают, вот приехал там, сел за компом, полдня поработал, полдня там почитал там где-нибудь какие-нибудь новостные ленты, там посмотрел видосики, не. То есть в Японии придется работать весь рабочий день, плюс вдобавок к этому еще и дополнительно в это время еще что-то изучать новое. Соответственно, будьте готовы к самообучению, будьте готовы к тем вещам, что вам придется что-то изучать помимо системного администрирования, потому что от этого будет зависеть ваше продвижение по службе и карьера, и бонусы. Ну вот и все, что я хотел сегодня рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч!